Я просто хочу отельное видео записать. Там у нас вход, ресепшн. Пойдем, пойдем, пойдем. А, тут мы не пройдем. Ну, пойдем через другой вход. Тут мы кушаем. Столовка. Нормальный мужик. Наверху барчик с коленом. Там муха у нас заседает. Муха — это араб в данном случае. Кактусы, кактусы, кактусы. Молдаванин местный. А это у тебя? Там у нас дискотеки проходят, точнее не дискотеки, а всякие шоу. Но на шоу можно и не ходить, лажа полная, честно говоря. Так, извините, что резко, там у нас шоу проходят всякие, там эстрада. Так, едем дальше. Туристы еще фотографируются.
Что? А? Да, сейчас. По-моему, там Настя играется, судя по звуку. Это все территория Oriental Resort. Ну, не отстала, Мари. Ну вот, скоро будем у моря. Аквацентры. Здесь можно записаться на всякие водные экскурсии, сафари, все что угодно. Ребята хорошие, можно им доверять. Молодцы. Там заведует Тинь. Еще такой Алекс. Сколько без слов. Хорошие ребята. Не пугайтесь. Вон, кстати, Алекс идет. Вот он. Чего? Да, сейчас. Эти ребята здесь бармены. Хамят. С ними лучше не разговаривать вообще. Не стоит с ними дела. Эта девушка собирает отзывы. Вот, в принципе, по ее просьбе я это все снимаю. Даже не просьбе, а для нее. И потом напишу свой отзыв. Меня зовут Сергей, я из Риги. Ездим дальше. Вот, собственно, и море. Этих деревьев, она понимает, о чем я говорю. Там мы везде садимся на катера, яхты, для парашютов и так далее. Наших